Меня зовут Елизавета Райдер. Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Медианавигатор». Мы работаем в прямом эфире. В октябре в Москве прошел первый всероссийский конгресс молодежных медиа, организованный Международной ассоциацией студенческого телевидения, сокращенно МАСТ. В работе форума принял участие студент Института филологии и журналистики Владимир Березовский. Он представлял интересы Тюменского госуниверситета и образовательного телеканала «Евразион ТВ». С подробностями о конгрессе Елена Зиновьева. В октябре в МИА «Россия сегодня» прошел первый всероссийский конгресс молодежных медиа, который объединил на своей площадке более 300 руководителей вузовских медиа-центров и редакторов студенческих СМИ. Тюменский госуниверситет на правах членства в Международной ассоциации студенческих телевидений на участие в конгрессе отправил и своего представителя. На первом фестивале конгрессе молодежных журналистских медиа мне выпала честь представлять интересы Тюменского госуниверситета, интересы нашего образовательного телеканала «Евразион ТВ», собственно, благодаря руководству телеканала. Я думаю, что с этой миссией я справился хорошо, ну и, пользуясь случаем, всячески рекламировал наш фестиваль «Медианавигатор» среди участников, среди таких же студентов. Надо сказать, что многие ребята заинтересовались в нашем проекте, и некоторые уже сказали, что 100% будут участвовать в нем, присылать свои работы нам. Участники конгресса работали по наиболее важным для молодежной журналистики направлениям. Обсуждались вопросы формирования общей информационной среды вузов России и повышения уровня медиаобразования в стране. Также участники встретились с министром образования и науки России Ольгой Васильевой. Диалог руководителей студенческих СМИ и главы ведомства был посвящен развитию медиа-центров в вузах. Министерство образования и науки Российской Федерации, конечно, будет поддерживать создание и развитие медиа-центров в нашей вузовской системе. В ходе панельных дискуссий были затронуты такие темы, как тенденции развития студенческих медиа, правовые основы СМИ, информационное влияние. Также участники обсуждали роль социальных медиа и определяли особенности студенческой журналистики 21 века. Завершилось масштабное мероприятие торжественным посвящением первых членов МАСТа и ТЮМГУ в их числе. Елена Зиновьева, специально для программы «Медианавигатор». Уже в следующий вторник смотрите программу «Медианавигатор Плюс» с участием специального гостя в студии. А я напоминаю, что до конца приема заявок на участие во втором фестивале молодежных журналистских проектов «Медианавигатор» осталось 20 дней. Всю подробную информацию о фестивале вы можете найти на сайте Тюменского госуниверситета, адрес которого вы видите на экране. А у меня на этом все. В прямом эфире для вас работала Елизавета Райдер. Увидимся на «Медианавигаторе». Дерзайте!